Традиционная лыжная эстафета состоялась в рамках спортивного праздника «Русская зима-2018». Фестиваль здоровья и спорта прошел на стадионе в Конаковском бору, где собрались десятки школьников. Ежегодно он привлекает огромное количество участников и внимание широкой общественности. Как прошли лыжные эстафеты среди учащихся школ города в нашем сюжете. 4 возрастные группы, в каждой команде по 4 участника. Всем необходимо пройти один круг эстафеты на стадионе в Бору. В соревнованиях приняли участие все школы города, а также Городенская православная гимназия. По подсчетам организаторов, порядка 100 участников приехали побороться за победу в эстафетных гонках. И чтобы преодолеть дистанцию, ребятам не мешали ни соперники, ни даже погодные условия. На самом деле немножко холодновато. Температура невысокая, но ветер. Поэтому было холодновато, но тем не менее ребята проявили характер спортивный и заняли свои, то есть показали хорошие результаты. В забегах принимали участие смешанные сборные. Каждый спортсмен должен был проехать один круг и после его прохождения передать эстафету следующему участнику касанием руки. Дело непростое, особенно когда такой накал атмосферы. Благодаря поддержке зрителей юные атлеты справлялись с поставленными задачами. Многим удалось привить свои способности и навыки. Однако в спорте выигрывает сильнейший. По традиции победители на финише ждали призы, медали и кубки от администрации города.